Всероссийская парусная регата имени Владимира Высоцкого проводится с 2008 года. Памятные старты традиционно проходят в 5 городах – Самаре, Тольятти, Санкт-Петербурге, Владивостоке и в Сочи. Так, в течение 5 лет участие в регате принимает Валентина Любимова. Она соревнуется на яхте класса 420. В день примерно 3 гонки. А в моем классе гоняется всего лишь 2 экипажа, потому что, ну, в принципе, в Сочи только 2 экипажа. Вот. Ну, в принципе, на воде все очень проходит интересно. Ну, только единственное, сейчас ветра нет, поэтому как бы плохо для именно парусников. Кубок по парусному спорту проводится в 3 дня. Сегодня на курорте был дан старт гонки 6 крейсерских яхт, состав экипажа которых входит 10 человек, и детских экипажей 5 классов яхт – «Лазер», «Лазер Радиал», «Луч», «Луч Мини» и «Зум-8». В этом году в фестивале принимают участие 60 яхтсменов, которые участвуют в гонках крейсерских яхт, и 35 деток, которые участвуют непосредственно на детских классах яхт. Вчера был первый стартовый день. Гонка прошла очень удачно. Ветер был очень хороший, поэтому экипажи шли с разрывом там 3-7 секунд. То есть это очень хороший результат. Заключительный этап гонок, подведение итогов и награждение победителей состоится в субботу, 26 июля в 18 часов. В этом году концерт авторской песни не состоится. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.